Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Пётр. И сегодня мы пробуем игру под названием Realm Royale. Эту игру я запускаю уже второй раз. Ну, играю я с отрядом. Так, смотрим, куда там кто хочет прыгнуть. Пока что еще никто не прыгнул, но я буду прыгать с отрядом, потому что одного, скорее всего, меня прибьют. Подумал я, что-то на моем канале очень мало королевских битв выходит. Подожди, колесо прыгнули уже? Нет. Ладно, все, полетели. Ага, как раз вот и вылетели уже и наши пацанчики. Где-нибудь в городе можно приземлиться сразу. Или куда-нибудь... Вот туда, да? Ладно, давайте сюда попробуем. Прибьют так прибьют. Зато мы попытаемся. Убирай. Давай, прям в дом. Опа-на! Все, погнали. Играем мы за убийцу. Вроде бы за убийцу, да? Или что-то типа такого. И у нас нет оружия, что уже плохо. Хотя бы что-нибудь надо взять. Срочно ищем сундуки. Опа, надо, я слышу кого-то. Кто-то здесь есть. Так, срочно, срочно, срочно. Винтовка, то есть дробаш. Так, что пробуем? Угу. Один. Только один, что ли? Ага, поскакал, смотри, какая зараза. Опа-на! Вот это я косой. Готов. Так, надо его добить. Готов. Так, кого-то еще слышал. Так, это лут. По-бырому давай. Хоп. Так, что-то взяли. Все, здесь опасно, давайте валим. Как тут коня включать? Все, коня включили, свалим. Фух, нормально так. Первый килл есть. Так напряженно было. Даже не знаю, наверное, зря свалю, да? Нам бы полутаться не мешало бы. Свалить мы всегда успеем. Так. Вроде никого не вижу. Давайте полутаемся. Так, я слышу, здесь еще есть ящики, которые никто не подкрывал. Только вот где они? Стопэ. Походу на втором этаже. Пойдем, чекнем. Ага, вот он. Отлично, дай-ка мне автомат какой-нибудь. Опа-на, услышал. О, спасибо бог этой игры. Ты меня услышал. Так. Думал, что кого-то еще услышал, но нет. Здесь только я и этот пацан был. Странно, здесь только мы вдвоем с ним упали. Хм. Какая-то необычная удача. Или же это ловушка все. Так, что это у нас? Обычная способность, дымовая завеса. Да, нафиг она нужна. У нас что-то покруче есть. А вот это, пожалуй, возьмем. Ох, блин, звуки страшные. На всякий случай я взял дробовик, что если кто-нибудь выпадет сейчас. Опа-на. Греческий скачок. Или... Дрон-разведчик, это тоже не нужно. У нас и так все отлично. Две способности. Вот, кстати, что игра, получается, она как бы... Блин! Черт, нафиг вообще-то сделал. Ладно, сорян, извиняюсь. Немножечко тупанул. Игра, получается, как бы она пародирует все фэнтези-игры. То есть здесь все есть, все, что есть в фэнтези-игр. Но только здесь еще плюс еще автоматы, и это все прикольно сделано. Типа прокачка и все остальное присутствует. Ага. Понятно, залезть так нельзя. Вот почему, как только я начинаю что-то записывать, мне сразу все пишут. Так. Угу. Обычное оружие, 110 урона. А здесь 400... так, это ружье. Давайте возьмем это. Здесь, походу, больше. И уже круг у нас сужается. Так что предлагаю вам уже поскакать. Ага. Думаю, мы еще успеем, да? Пистолет не нужен. Давай-ка быстренько примем. Армор. И вон там еще есть парочку сундучков. Мы же не можем их упустить. Мы же что, совсем что ли, по-вашему, а? Сундучки. Что это там?
Нет. Обойдусь. И поскакали благополучно к нашим пацанам, которые нас уже заждались, наверное, да? Пацаны, вы ждете? Ага, вон они. Не так уж далеко. Погнали. На нашем счету есть уже один килл. И меня это не может не радовать. Скачем. Не знаю, здесь, в принципе, на самом деле, правда, красиво все это выполнено. Посмотрите. Красивый мир. Даже нравится больше, чем Fortnite. Опа-на. Смотри-ка. Здоров. Хорошо, так соседи поприветствовал, да? Смотри-ка. Вон там он. Он меня сейчас будет пасти, потому что сейчас будет уже двигаться линия. Ага, вот он. Хорошо так. Передвигаемся. Я хочу просто уйти с зоны атаки. Так, как бы мне сейчас так грамотно уйти? Блин! Взяли меня! Лети! Убили! Так, продолжаем. Меня позорно грохнули. Окружило 3 игрока. Ну и теперь мы пытаемся играть в дуо. Так, какой-то чувак там бешено выпрыгнул. Так, думаю, где бы нам выпрыгнуть. А выпрыгнем мы... Давайте прямо вот тут. Там, где и поставил метку наш пацан. Не знаю, что там вообще будет, но просто глянем, зачем он вообще метку поставил. Интересно же. Там какие-то интересные красивые деревья. Посмотрите, это просто божественная карта. Оу, да. В такую игру можно много... блин. Промазал немножко, наверное. Какой-то у нас тропический биом. Ну да ладно. И что ты меня сюда позвал? Здесь секретки, да? Покажи мне секретки. Пацан, ты куда вообще делся? Так, видимо, да, все-таки неправильно упал. Я вижу, вон там какой-то китайский домик. Можно сейчас его разорить. Так, выбираем либо китайский домик, либо какой-то более-менее обычный. Смотрите, там какой-то пацан гонится уже. Он хочет что-то украсть. Не знаю, там есть кто-нибудь или нет. Давайте все-таки рискнем. Я выбрал новый класс, это класс воина. Будем пытаться за него выжить. Здесь самое главное, если ты неправильно упал, то все. Тебе трандец. Потому что ты не залутанный, у тебя только нож. Не, фух, никого нет. Я просто прислушался. Отлично. Сразу началось дело с винтовки. И дробаша. Нормально так. Вы получаете вампиризму. Встаете домовую завесу. У меня что-то есть такое, ладно. Обойдусь. У меня есть винтовка. Меня это не может не радовать. Как-то надо залезть на второй этаж, чтобы забрать какие-нибудь еще оружие. Может, что-нибудь покруче есть. И там пацан уже скачет к нам. На помощь. Здорово, что так темно? Не понял. А куда тогда? В окошко, что ли? А, подожди. Что за звуки? Что-то мне страшно. Ладно, свалим отсюда. Вон там какие-то вещи валяются, или мне кажется. Все-таки китайский биом — это странный биом, вижу там пацана. Сейчас мы его приветствуем. По-соседски. Оп! Промазал. Смотри-ка. Опа, хорошо так. Куда полетел? Смотри, как этот. Как... Где-то здесь курица. Что происходит, пацан? Так. Убиваю. Готов. Так, берем. Срочно пьем. Отлично.
дробаш. Берем нормальный дробовик. Так, смотри, он что-то там кует. Тогда сначала у нас может быть ничего. Никаких рун нет. Как там? А вот разбирать как, точно, все, я вспомню. Чувак, видимо, прохаваннее, чем я. Пока я ничего не могу разбрать. Подожди, там какие-то вещи вроде бы лежали, вот они. Так, что это такое? Какой-то автомат. Это можно разобрать. Вот, какой-то автомат крутой. Все, идем разбирать. Кто там стреляется? Ага, увидел. Готов, как курица. Так, ты мочи курицу, я... Вот, видели? Какой-то... Идем на абордаж. Сейчас ворвемся. Готов. В жопу. Отлично. Ого. Хорошо. Это берем. Разбирай. О! Хорошо как. Так, у нас есть какой-то автомат. Понимаю, что я начал тупить. Оу. Хорошо, дело пошло, ты посмотри-ка. Так, теперь, думаю, можно и прокачаться. Чё, ну пробуем. Так, перезарядка прошла успешно. Идем качаться. Пацан. Я тоже достоин руны. Так, оружие, способность. Давайте попробуем выковать руну оружия. Погнали. А-а-а! Хоп. Готов. Дурак прибежался. Смотри, пацан. Его можно тоже разобрать. Ага. Так. Это разбираем. Вообще, я выпью. Какие-то умения ненужные. Попробуем пока использовать свое умение. Ага. Оп, прыжок хороший так получился. Так, эликсир брони. Ну, эликсир брони нам нужен. Ого! Окей, давай-ка будет это у нас... Получается, первое оружие, да? Ладно, разобрались. Можно валить. Побежим с нашим чуваком, который вроде бы более опытнее нас. Мы выковали какое-то оружие, посмотрите. Не знаю, поможет оно нам или нет, но оно вроде бы какое-то легендарное. Не зря же мы его ковали так долго. Ну, в общем, посмотрим, смотри-ка. Что-то нашел. Так, ну не. Легендарная способность выбрасывает колбу эликсира, который защищает союзников. Просто разберем. Отлично. Погнали. Так, стоп. Надо выпить срочно эликсир. Еще. Погнали. Вдруг нас кто-то попытается коцнуть, а мы тут такие сильные. Ох. Хорошо, что была лошадка у меня. Где враг? Где ты врага увидел? Так, превращаемся. Угу. Все это разбираем. Это тоже разбираем. Так, он воюет. На помощь бежим. У нас лучшая дуо команда. Я иду. А, блин, не долетел. Пацан, я иду. Срочно. На помощь. На помощь! Так, курица стал. Пробую. Пытаюсь ворваться. Не получилось. Ого! Ты посмотри! Что он тут вытворил? Нормально так. Так, попробуем-ка мы чего-нибудь выковать. Способность, способность передвижения. Руну. Давай руну. И еще одну. А, нет. Уже делается. Так. Это у него тут делается, я понял. Капец, у меня уже оружие прокачано. Посмотрите просто. Это ж топ.
стоп и стопа. Хоп. Так, у меня сейчас будет готово. 7, 6. Никто вроде не идет. Они-то тоже, походу, что-то ковали. Оу, да. Какая-то новая способность есть. Смотри, какое оружие. Измельчитель. Ну, он его разобрал. А могу эту фигню разобрать, не? Не, только взять могу. И выпить тоже не могу. Еще что-нибудь еще прокачать можно? Так, возрождение. О, блин, вот такую фигню надо было бы сделать. Ну ладно, способ с передвижением. Давай способность тоже выковаем. Посмотрим, что будет. У нас какая-то есть, но она не очень. Становитесь невидимым. Давайте возьмем, попробуем. Что это такое? Так, это выставите дрон. Ну, дрон нам не нужен. Так, 13. В окошко смотрим, вроде бы никого нет. Ну, конечно, вот это оружие я только что нашел. Это топ, наверное, какой-то. Хоть и не уверен. Так, что это? Физическое передвижение. Берем. Пофиг, не зря я ж это всю фигню делал. Что у нас в ящике? Разбираем к черту. Все, теперь мы копим. Я хочу себе сделать возрождение. Например, если я умру, чтобы сразу я мог превратиться в человека. И воевать. Вот это нам мне с топорником повезло прям супер. Нормально всем так тащим. Пацан, все хорошо у тебя? Я тут полутаюсь немножко, да? Ты не против? Так, это не нужно. Это тоже, у меня там что-то все есть уже. Опа-на! Готов. Так. Что-то как-то я промазал немного. Все-таки как-то арбалет не очень-то и на дальнем расстоянии стреляет. Мы хотя бы проверили. Так, мы это все у тебя уничтожим. Автомат твой тоже. У меня, кстати, такой же автомат. Ты убил? Смотрите, не все разобрал. Там какой-то предмет валялся. Так, забираем. Нет! Сундук! Фух! Нормас! Все, максимум. Так, пацан, нам нужно срочно где-нибудь попробовать что-нибудь превратить. Мне фигню себе новую. Так, ищем кузницу. Зачем там вообще поскакал? Не знаю. Мне нужна кузница. Только вот не знаю, вот арбалет это просто вроде бы легендарное оружие. Как-то мне оно не очень нравится, потому что плохо действует. Я уже пытался стрелять. Так, все, всякая фигня. Думаю, уже нет смысла даже ничего открывать. У нас все уже есть. Конечно бы от эликсира... Опанна. Что там у него? Чего у тебя? Ищи давай кузницу, нам нужно... Ага, опять ничего нет. Сколько вообще осталось? 16 человек осталось. Угу. Так, я так понял, что мы можем с ним по очереди открывать. И я, и он. Вот это, кстати, уже сделали поприкольнее. Потому что раньше, там, например, ты что-то открываешь, кто-то недооткрывает, у тебя оружия нет, тебя просто убивают, а ты такой чувак... Ну, извини. И все. Где здесь кузница была? Я уже забыл. Мне просто надо срочно прокачаться. Там, наверное. Погнали, посмотрим. Какие-то новые у нас предметы есть. Я даже не знаю, что это за предметы. А, вот и она. Так, можно прокачать. Опа-на, не успеем. Черт возьми, а так все хорошо было. Ну, как раз сейчас попробуем использовать этот предмет. Ага, типа нам протаранить могу. Погнали. Погнали. Попробую прокачаться в другом месте, если получится, конечно. Хотелось бы себе купить бессмертие хотя бы на один раз. Чтоб, если что, я смог нормально выжить. Пока что никого не вижу. Что он там делает? Ага, кемперит. Понял тебя. У тебя кузница здесь есть? Там мне все, что нужно. И нас чувак сейчас будет уже жрать.
Давай валить сюда. Опа-на, так. Осторожненько. Слезаем. И поехали. Так. По-быстрому сейчас зайдем в круг. Блин, надеюсь, успеем. Срезай. И... Да, успели. Здесь какие-то... Куда я попал? Да, здесь, конечно, исследовать и исследовать. Ну, вижу, так чувак себя уверенно чувствует. Нормально бегает, так. Оп. Блин. Вот зря я сразу себе не выковал эту фигню. Вон кузница. Погнали в кузницу. По нам стреляй. Вон там бойня, смотри. Это в меня стреляют? О, блин, это в меня вообще стреляли. Чувак! Меня тут пытаются размочить. Да! Есть! Попробуем с арбалета пострелять. Не выскакивает. Пацан, у меня тут месиво. Конячки. Ага, это он. Блин. Вот сейчас я реально попал в ловушку. Так. Пытаемся спрятаться. Черт. Так, где-то там он был. Попробуем его пойти. Сразу атаковать. Открывай. Хрень какая-то. Так, кто стреляет? Здесь. Так, мы здесь уже, кстати, были. Здесь кузница где-то. Ага. Смотри-ка. Блин. Где-то они здесь. Мне так стрёмно проиграть. А! Прокачка! А, убегай! Черт возьми, убили! Ты, блин, посмотри! Ладно, посмотрим с нашим пацаном, как он справится. О, нет! Его окружили два чувака. Так, одного он мочканул. Добивает, 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 давай, давай, давай! Ни хрена ты! Давай! Три пацана осталось. Он там. Один есть. Жесткий, тот, который меня убил. Ого, он свалил далеко. Ого, какая у него снайперская ментовка и дробаш. Видно, что он не просто так бегал. Именно готовился по-настоящему. Как ты его не видишь? Он какую-то мину поставил, смотри. А, это турель. Нормально, смотри, обходит его. Капец, вот это жестко, у них войны происходят тут. Так. Слева, слева обходит, смотри, слева обходит. Вот он. Давай, 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 давай. Вау! Ну же! Последняя битва. Давай, давай, давай. Ни хрена ты.
Интересно, победа это или нет? Давай, вот он бежит. Блин, промазал. Вот это битва. Посмотрите просто. Там курица, что ли? Он превратился в курицу. У тебя есть на сколько-то? 15 или сколько секунд? Ну-ка, ну-ка. Я слышу. Квака где-то здесь. Все. Уже не курица. Все. Решающая битва. Тун 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 тун. Ну же. Вот он. Блин. Давай. Давай. Да черт. Почему так сложно? Опять курица. Давай. Добеешь ты ее? Да добей! Боже мой, как долго! Фух, это достойный конец. С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.